Доступная среда для будущих мам. Московский областной центр охраны материнства и детства оборудовали пандусом. Такой подарок медучреждению сделал член Люберецкого отделения партии «Единая Россия» Мамед Азизов. Люберецкий роддом не вошел в этом году в государственную программу «Доступная среда». Медперсонал и роженицы сталкивались с неудобствами из-за отсутствия пандуса. Благодаря реализации партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» решить эту проблему удалось в кратчайшие сроки. Когда обсуждался данный, ну, в общем-то, недоработка на нашей фракции Совета депутатов городского округа Люберцы, ну, выдвинул идею, что я готов поддержать. И как дед, которого здесь, благодаря этой родильным дому родились мне прекрасные внуки, всегда помогал и помогаю, и буду помогать нашим родильным дому. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.